Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Женя Гейн, и у меня сегодня день рождения. Мне исполнилось 34 года, и я очень счастлива. И в честь этого события я решила снять, так сказать, birthday vlog. В этом году у меня будет очень необычный день рождения. Я хочу снять именно в этот день влог. Буду отмечать я день рождения в пятницу, и в пятницу приедут почти все мои друзья, с которыми я познакомилась здесь, в США, и это будет очень большое пати, как говорят в Америке. И еще негатив в том, что сейчас как бы COVID, и все должны носить маски, и публичные места, в общем, не такие уж и публичные сейчас. Тем не менее, мы постараемся сделать так, чтобы было все весело. В пятницу приедут все мои друзья, которых я давно не видела. Кто-то поселится у меня в кондо, кто-то поселится в доме здесь у Тодда, кто-то снимает вообще апартаменты здесь на том же острове, где и мы живем. И кто-то здесь живет. В общем, будет очень весело. У нас такая необычная программа. Я буду все снимать. У нас будет лимузин. И часть людей, к сожалению, все не помещаются в лимузин. У Тодда есть лимузин свой. И поэтому часть компании, которая прилетела и которая с детьми, мы поедем все вместе на лимузине из дома. Будем там пить шампанское, веселиться. А вторая часть уже будет ждать нас в ресторане, где мы зарезервировали столы. И у нас будет сюрприз вечером. Будет танцевальная группа, будут цыгане. Об этом никто не знает. Я не знаю, почему. Я проснулась как-то утром, недели две назад. Я все время думала о том, как же я хочу отметить свой день рождения. И мне пришла в голову идея с цыганами. Поняла, что я очень хочу, чтобы на мой день рождения приехали цыгане и станцевали, и спели песни. И я начала их искать. И что вы думаете, я их нашла? Я нашла здесь в Америке не цыган, но девушку, которая занимается профессионально пением и танцами, и она будет выступать со своей подругой. У них есть костюмы, у них есть репертуары, мы уже подобрали классные песни, будет дорога длинная. Будет хоп-хоп-хоп и еще какая-то, по-моему, с днем рождения. Просто будет несколько песен, и это будет все на улице. Я надеюсь, что не пойдет дождь. Будет очень много людей. Мы вообще пригласили 20 человек. Но дело в том, что хозяин ресторана, который нас знает, решил устроить в этот день тоже ивент в честь моего дня рождения и пригласил вообще всех людей, которые живут здесь, в Сан-Пите, без нашего ведома. И, в общем, очень много людей поставили лайк, то, что придут, даже кого я не знаю, но люди придут меня поздравлять. Здесь в Америке как-то так все легко, можешь прийти на чей-то день рождения и просто стоять там и тусить. Но мы будем сидеть за столом. Я попросила всех надеть красное, у всех будет красный аутфит, а у меня будет совершенно другой аутфит, о котором никто не знает, и на меня, я знаю, будут девчонки злиться, потому что я буду в совершенно другом цвете, и некоторые мои подружки не могли найти красные платья, прям у них это была проблема, я надеюсь, они нашли. В общем, я хочу всех удивить, я надеюсь, будет весело, и я беру вас вместе с собой. Так что давайте отпразднуем мой день рождения с размахом, по-русски, как говорится, здесь, в Америке. Вот что значит «соскучилась я». Немного о моем уходе. У меня новая сыворотка от Lancome, Genifique. До этого у меня была обычная, сейчас у меня новенькая новиночка. Она с 7 пребиотиками. Можно использовать днем и ночью, под крем или как отдельный продукт самостоятельный. А также, в общем, эта сыворотка помогает бороться, поддерживает признаки молодости кожи, делает упругой вашу кожу, гладкой, морщинки разглаживает. В общем, новая формула, новый Genifique. Вот такая красота. Так, подготовка идет полным ходом. Я сделала вот такую нарезочку для гостей, потому что вначале все приедут в дом. Будем ждать лимузин. Кушать сыр. Так, всем снова привет. Я лохматая, еще некрасивая, не причесанная. Еду по делам забирать торт. Кстати, торт — это сюрприз от одной девушки. Она очень круто просто декорирует торты и украшает, и все придумывает. И я задала ей просто тему и цвет красный.
Я не знаю, почему я придумала, что на мой день рождения все должны быть в красном. Видимо, вселенная мне послала этот цвет. Я заходила, торт красный. Не знаю, что она там придумала. Мне кажется, будет очень крутой торт. Прям Наполеон, кстати. Нет, извиняюсь, торт будет медовый. Я забрала свой торт. Вы посмотрите на это чудо. Это что-то невероятное. Боже, какая она молодец. Девочку Ира зовут. И вот она такую красоту здесь изготавливает. Наряд на сегодня, но я сомневаюсь насчет короны. Или сомневаюсь насчет аксессуаров. В общем, на платье у меня будет леопард. А все подружки мои придут в красном. И они меня убьют. Потому что они об этом не знают. Они думают, я тоже буду в красном. Упс. У меня красная корона. А, и маникюр. Готово. Такое у меня красивое платье. Длинное, леопардовое. В общем, все девчонки будут в красном. Я в леопардовом. У меня будет помада красная и ногти. Всегда любила animal print. Извините меня. Сразу видно, да, русская. Корону я перехотела надевать. Как-то, мне кажется, too much с короной. Я вам сейчас покажу. Вот она корона. Она, конечно, очень красивая. Но, конечно, прикольно, но мне кажется, я прям вообще слишком, ну вот леопардовое платье и корона, еще вот этот вот кулон, too much, да? В общем, я не буду. Возьму с собой, может, для фотографии одной сделаю. В общем, уже мои друзья из Майами приехали. Да, вот в этом платье спина открытая. Это платье, кстати, я заказывала в Майами в одном магазине. Сделали доставку они. Вот, и друзья из Майами, кстати, мои тоже приехали. Они скоро придут домой с ребенком. Детей мы всех оставляем здесь в кондо с няней. Няня тоже сейчас приедет. И ждем остальных еще друзей, которые здесь остаются тоже с ночевкой. Мы в доме ночуем у Тодда. И Полина с Мигелем тоже в доме остается. А часть ребят здесь. В общем, мне кажется, классное платье. Мой стиль. Это мне нужно все отвезти в дом. Купила я еще в русском магазине красную икру. Будем есть красную икру по-русски. Но торт божественный. Я так хочу уже раскрыть. Тут надо разорвать, чтобы вытащить торт. Пока не собираюсь вытаскивать. До ресторана надо терпеть. Вот такая девушка. Красный стиль. Так круто. Так, всем привет. Я дождалась друзей своих. В общем, у нас вот русская машина. Все русские. Ира, ты где прячешься? Ребята из Майами, ребята из Сарасоты. И мы едем сейчас дома, потом отправляемся на лимузине из дома куда-нибудь. Я вот все-таки надела корону, меня уговорили, потому что сказали, что лучше, чтобы я была как королева сегодня или принцесса. Так, вот наш лима. Готов лимузин, и мы сейчас отправляемся в Трис с шампанским. Hi, Seal! She's so beautiful. Oh my god. People inside, people! People, people! I make video, oh my god! So cool! Say hi! Party, party! Happy birthday! Мы только что припарковались и решили сделать здесь фотографию. Вся наша компания, все девчонкам пришли в красном. Просто красотки! Па-па-па-па-па! Яна! Да, они там все приготовили, уже ждут, и мы едем. Вообще просто, просто. Thank you.
Привет! Сегодня второй день дня рождения, не будете снимать. Вот мы закупились продуктами на лодку, потому что сейчас в час все приедут. Моя комбуча. Моя комбуча. Не, вот это моя комбуча. Буду сейчас распаковывать подарочки. Вот это, кстати, вчера мне девушка подарила на улице бутылку шампанского. И Полина мне что-то подарила. Мы только обсуждали, что я хожу в сорочке от Victoria's Secret по улице. Еще хожу в трусах от Victoria's Secret, как будто бы это купальник. И теперь Полина подарила мне просто невероятный комплект. Это вот такая вот ночная сорочка от Victoria's Secret. О, просто бомбическая, такая секси. У меня такое, кстати, платьюшко есть от них, шелковое. А вон Джеффри бегает. Джеффри! Ау! Хозяин тут, да? Так, и посмотрите, какой халат. Джеффри! Свобода! Свободу попугаю! Его в комнате держали долгое время. Но он теперь не хочет. Я не знаю, мы вчера пытались снять что-то в Триесте, когда был мой день рождения, но я думаю, что нам это не удалось сделать, так как просто некогда было. Столько много людей, столько много поздравлений. Спасибо всем огромное за то, что пришли, поздравили, приехали. Я такая счастливая. В общем, я думаю, по моему лицу видно, что мы хорошо вчера погуляли. Фух, сегодня второй день моего дня рождения, и мы ждем сейчас всех ребят и отправляемся на лодке. Будем, в общем, целый день на лодке где-то плавать. Мы уже закупились продуктами. Все мы вчера, конечно, цыгане. Это было нечто. Просто бомба вечера. Программа года. Нас запомнят здесь надолго, в Америке. Не зря я хотела цыган. И девчонки очень круто выступили. Просто, я говорю, все американцы ко мне подходили вчера и говорили, что они такого в жизни не видели, и боже, как это было круто, и что это вообще джипси бэнд, like, вообще просто бомба. Так что я очень рада. В общем, мне кажется, я такой, знаете, профессиональный пари-мейкер, человек, который делает классные вечеринки, организует. Душа компании, и вообще очень люблю вообще все это делать и собирать людей вокруг себя. Так что сейчас мы собираем очередную компанию и идем на лодке кататься с друзьями. Все, мы отправляемся на лодке, к нам подошел пеликан. И он теперь кушает, вау! Кушает пеликан! Смотрите, пеликан кушает! А, тут стайка рыба. Но зато все радуются, и да, не я одна. Потом в следующий раз. Ты не видела, как мы в этом... И рабанан кушает! В Сиволде были, как бы рыдали, друг с другом сидели, что эти дельфинчики прыгают от счастья. Мне моя подписчица пишет: Женя, не плачь, пожалуйста. Начала меня приглашать там куда-то, говорит: хочешь приедет в Орландо ко мне, не плачь. Ты что? Мы от счастья плачем. Да, дети вон у нас остались с моей подружкой, с няней. А это кто? А это звезда. Танцор диско сосиска. Сегодня последний день у нас гости, и тот решил показать им свою коллекцию машин. Он продал 40 машин, и у него 40 еще осталось. У него коллекция из ретро и гоночных автомобилей, очень уникальная. Вот, и теперь мы гостям показываем нашу красоту. Самая популярная машинка из всей коллекции, по которой рисовали мультфильм «Тачки», «The King». 43-й номер. Это она в оригинале, оригинальная машина его. Ирка фотается. А эта машина Cadillac розовый был купленным Элвисом Пресли и подарен его маме. Он подарил своей маме этот розовый Cadillac. Истории, столько историй. Любит, в общем, тот машины очень сильно. Вот такой у меня получился влог. Конечно, я не смогла полноценно заснять все, что происходило, так как вы сами понимаете, когда очень весело, когда вокруг одни друзья, не хочется доставать камеру и снимать ничего, хочется
разделить свое время драгоценное с близкими людьми, поэтому извините, я постаралась по максимуму снимать, кто-то там даже мне перекинул побольше видео. Сара здесь синячок маленький, навернулась подружка. Скажи привет, как у тебя дела в школе? Вкратце, расскажи, три слова. Что делаете? Учимся. Что учите? Не знаю. Как по-английски говори? Не знаю. Как не знаю, по-английски скажут тупая. Скажут тупая, не знают, что учат. Скажи давай, математику скажи, спорт, что там? Математику. Химию, ты же мне говорила, все перечисли. Химику. Не, еще раз перечисли. Что учите в школе? Математику, химику. Химику. Как будет по-английски химия? Химия. No, science, как там? Science. В общем, Сара уже в совершенстве знает английский. Еще раз хочу поблагодарить всех моих друзей. Я знаю, что, боже, в комментариях у меня в Инстаграме под моими фотографиями, где я выставила отрывки со своего дня рождения, там такой хаос, девчонки просто такие злые, и платье не то, и все не то, и вульгарное, и цыгане. Это ужас, и зачем я это все сделала, но мне без разницы, говорите, что хотите. Я этого хотела, я это сделала, и всем было весело, всем было классно. И никто здесь такого не повторит. Вот так. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.